Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогает им довольно легко переживать невзгоды. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Несмотря на то, что иногда обладатели этого имени подводят нервы, и они бывают нетерпеливы или раздражительны, в основном они приятные и обаятельные, очень тактичны и перенаполнены добрыми намерениями. Люди с буквы «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Для носителей этого имени все планы и начинания благоприятным образом осуществляются в период, когда Луна в своем астрологическом доме максимально сильна, то есть с 20 июня по 27 июля. В эти дни людям с этим именем будет сопутствовать удача и проницательность в делах. Владельцам этого имени характерно любопытство, а иногда излишняя пронырливость. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Покровительство Луны дает владельцам этого имени огромный потенциал духовного роста, хотя из-за подверженности чужому влиянию они часто кажутся лишь бледной тенью своих спутников. Согласно нумерологии, обладатели этого сверхъестественного имени склонны к мистике и оккультным наукам. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Из них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.